Рейсовый автобус номер 19 по неустановленным пока причинам съехал с основной трассы и вылетел в кювет. Среди пострадавших есть двое детей, 7 и 13 лет. Водитель с травмами средней тяжести был госпитализирован. Одному пассажиру, прибывшие на место аварии спасатели МЧС, оказали помощь на месте, после чего передали его скорой помощи.